Всем здравствуйте, дорогие подписчики. Смотрите, какая у меня есть красота. Прям целый букет, да? Согласитесь, когда зимой, ну вот в это время, когда еще цветы некоторые отдыхают, а когда еще не цветут, когда какой-нибудь цветок цветет, прям праздник на душе. Это луковичная выскочка, я не знаю, как ее называют. Прям, может, это просто народе выскочка, а так чисто не подскажу вам, не скажу. Такая вот у меня красоточка. Тут сколько луковиц было в горшке, все зацвели. У меня их было много, но мне сейчас соседка еще обещала дать. Я взяла в прошлом году осенью, в подпол спустила, а зима у нас была слишком холодная, очень много луковиц у меня замерзло. Вот что, как говорится, единственное, что я смогла спасти. Вот какая у нас красота. Такие дела. Прям вообще классно, да? Смотрите, какие огромные цветочки, да? Так что вот, всем пока.